Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как связать крючком вот такие вот усы. Мне они нужны для того, чтобы пришить их к моей шубке для кофейного стаканчика. Для этого есть отдельное видео. Но их, конечно же, можно пришить или наклеить на любую другую, на любое другое изделие. И я думаю, что, в принципе, их можно при необходимости даже наклеить себе на лицо. Но я этого никогда не делала и больше ничего по этому поводу сказать не могу. Усы вяжутся очень легко. Начинается все с простых воздушных 16 петель. Набрав 16 петель, мы разворачиваемся и в предпоследнюю петлю возвращаемся и делаем соединительную петлю. То есть просто протягиваем нить через обе. Теперь мы сделаем один такой трюк. Мы наберем на крючок сразу 3 дужки дополнительных. 1, 2 и 3. То есть на крючке у меня сейчас оказались 4 штуки. 4 петельки. Протягиваем петлю через все 4. И теперь мы делаем столбик с накидом. Еще один накид и столбик. Теперь мы вяжем один столбик без накида. И один столбик с двумя накидами. И таким образом мы уже сделали почти половину. Сейчас мы снова сделаем одну соединительную петлю, как в самом начале. А теперь мы делаем все то же самое в зеркальном порядке. То есть сейчас у нас снова пойдет столбик с двумя накидами. Теперь один столбик без накида. Теперь 2 столбика с одним накидом. Сейчас снова повторим наш трюк, когда мы собирали 3 петельки вместе. Теперь одна маленькая соединительная петля и все готово.
как я уже и говорила, эти усы я сделала для того, чтобы пришить их к моему изделию под названием... Пока что я называю его шубка для кофе, для стаканчика с кофе, но я думаю, что для этого есть какое-то более правильное название. Я обязательно посмотрю в поисковике, и если найду что-то получше, то так видео и назову. Если у вас есть ваше предложение, то я буду очень рада увидеть их в комментариях. А также я буду очень рада, если вы поставите мне большой палец вверх и подпишитесь на мой канал, и будете меня смотреть почаще. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!